Здравствуйте, друзья! Сообщаю новость. 1 декабря 2022 года Дмитрий Посякин из Йошкар-Олы приобрел не исключительные права на две мои песни. На песню «Грибы» и песню «Не наливай». Всего хорошего тебе, Дмитрий. С уважением, Павел Петров. Дождь идет в лесу, я в руке несу полное ведро больших грибов. Собрать их помогла ты на поляне той, где гуляли раньше мы с тобой. И нам пора, пора домой, уже пора идти домой. Отнимает много моих сил, а денег, сколько я впустую просадил.